Итак, дорогие друзья, наш музыкальный студенческий вечер продолжается. Теперь мы будем заниматься смуглянкой. Ну как, я имею в виду в музыкальном отношении. Сейчас мы попробуем сыграть с аккомпанементом. Ну, безусловно, соло сыграет Настя. Вот, а другой человек будет подыгрывать аккомпанемент к этой известной советской песне. Так, одну секунду, сейчас я выставлю камеру, чтобы было главного артиста видно. Пожалуйста, да? Большое спасибо, большое спасибо. Сделаем паузу.